сыграл с АПЛ, состоял из 90 минут, но, скорее всего, они бы сыграли с ним, но в поле команды сыграл собирательную. Опасная атака Батэ, выход 1-1 Родионова, и счет матча становится 2-1, что вполне логично. Нет, передача на партнера и блестящий. Подача! Кивок головой Родионова. Пытался корпусом мяч закрыть от соперника. Получилось! Пас, удар! Привет! Отлично! Выход 1-1 Родионов! И 1-1 Виталий Родионов! 17-я минута! Здорово все!
Дошел мяч до правого фланга. Еще один навес. Родионов! 2-2! Бьет головой Родионов! 3-2! Победа над Новой Зеландией. Но вот сейчас. Удар! Радько разгоняет атаку. Родионов! Хороший проход. Пас налево. Опасный момент. Надо забивать. 2-2!